Ресурсный центр развития добровольчества поздравил волонтеров с их профессиональным праздником. На катке стадиона «Энергия» для омских добровольцев организовали массовые катания и вручили подарки. Волонтерство вот, в современном мире на данном этапе очень развито и очень много в него вкладывается. Это очень круто на самом деле. Нам вот сегодня дали такие классные рюкзаки, там много всяких разных подарочков. Это дает какой-то, знаете, такой приятный бонус. Это очень классно. Самое вообще лучшая благодарность от людей, которую вот я слышала за весь свой опыт добровольчества, это вот искреннее спасибо, вот эти благодарные глаза людей, неважно какого возраста, это могут быть дети, я очень часто люблю работать с детьми, так и взрослые люди, пожилые, особенно от пожилых людей, когда бабушки пытаются тебя чем-то там угостить или дать что-то, но ты всегда отказываешься, потому что ты просто делаешь это от чистого сердца. Каждое объятие дает огромные силы, это улыбки, это спасибо людей, которым ты помогаешь. Ты чувствуешь, что ты делаешь действительно что-то важное, и именно оттуда берутся силы.